каждый человек, который попадает в наш круг, вот не расширенный, а уже круг, на который мы делаем ставку, что за ним закрепляется некий куратор, да, который определяет, что этому человеку нужно. И, соответственно, обращается к неким специалистам, которые находятся либо у нас там на ставке, в группе, ну, неважно, это уже технику мы это обсудим, и, соответственно, решает проблемы, которые возникают у данного конкретного молодого шахматиста вот, по итогам его там турниров и там еще чего-то там. В общем, да, то есть человек должен, его, так сказать, руководитель научный должен знать, собственно, и примерно его партии, должен представлять его интересы. На школе получает много информации.